Ты шо? Папа! И что, ты готов покупать? Да, это был я. Здорово всем, ребята, Ген Туга на проводе. И прямо сегодня будет продолжение вашей любимой рубрики, в которой я буду покупать скины, с которых меня замочат. Но против меня попалось два ютубера, и это... Это я, ребятки, тик-так, всем огромный приветик. Всем здоровики, рубрики. Ребятки, сразу, вы смотрите, кто за меня играет. За меня играет какой-то Вадиман, у него аватарочка Saints, поэтому я говорю сразу, вам легко не будет, поняли? Подожди, а плент какой? Плент, а? Чувак, ты сейчас прикалываешься? Чувак, сразу говорю, у меня оружие на 20к в руках. А можно мне другого тиммейта? У меня тиммейт не знает, где плент. Ребят! Сзади! Сзади, трусы в засаде! Меня убили, Абелла. Ёпсель, бопсель! А-а-а! Блин! Я выиграл! Мы выиграли! Мы выиграли! Долго? А как ты выжил, чувак? Ты же бот. Я не знаю. Обалдеть, мы выиграли, чувак, прикинь! Я сам в шоке. Я сейчас похулю мою команду. Красавчики, братва, вы лучшие. Ген клад жизни взял, мне кажется. Чувак, у меня голдскул есть, знаешь что? Какой еще голдскул? Так, ребят, у вас дешевые скины, надеюсь? Не, конечно! Кто флешку бросил, что за падаль? Я ничего не вижу! Ребят, пожалуйста, прожмите лайкусик за эту рубрику, если вы ее ждали, обязательно подпишитесь. И хэштег кинулась на маслину! На маслину! Нет! Не говорочи! Нормально, первый скин дешевый, сюда, дело ручи, нас! Призвалды, могу себе позволить, господа. Повезло, что я нечаянно якузу свой забыл одеть. Забыл он. Которая 7к стоит, дорогой, или 8. Ага, дорогучка моя. Так, ребят, у вас же дешевые скины, надеюсь, сейчас. Ну, конечно. Нет. Счет 1-1. Прямо сейчас я рану всю силу. Блин, кто-то сверху ползает, это Рик! Да, Рик! Это 7 Blizzard, опять 25! Рик, ну ты адекватный? По-моему, ты прошлый раз я тоже купил несколько раз. Так, я, конечно, все понимаю, но как для второго раунда это чересчур много. Юпсель-мопсель, купил. Какая красотулечка, посмотри. Ай, какая красотулечка, фу. Блин, ребят, мне кажется, все как-то слишком быстро развивается. Так, у Нико же нету дорогого Акэри, надеюсь. Братан, ну, Акэри Сатрековский трэш-хантер заказывал? А какой еще трэш-хантер? Отстань! Так, все, короче. Какой Сатрековский, братан? Чувак, у меня команда каких-то нубов. Кентуха, не переживай, у меня тут уир. И ты их возглавил. Ааа, нет! Без скина убил. Это Rival Cases, да? Это гифтбокс. Ютбокс. Ну и, ребята, как вы знаете, я же очень богатый, поэтому, если меня замочили без скина, я покупаю Rival Cases. Он у меня уже в инвентаре. Рик, что скажешь? В смысле, ты же сказал Hell in Secure Pack, там как раз таки лежит. Так, дядь, ты там давай, Рик, за небуянь. Блин, я и так уже много потратил, это только начало, а что будет дальше? О, как обычно, рарка. Мой любимый фомосхол. Это трындец, в команде фул боты играет, вы посмотрите. У типа 1-4. И он еще поставил себе аватарку с клана фермера. Хэштег Вадиман бот. Хэштег это пока тоже. Да я хотя бы в одну КД играю, я нормально. Китуха, у тебя что там по киллам, нормально все? Ого, чик-так 5 КД играет, ханан задрот. Получай флешку, падаль. Нет, нет. Опа, на сайт. Попал? Попал. Да, все нормально. Не, нет, ребят, мне страшно. Там тик-так был. Мать моя женщина. На! Минус одна падаль. Давайте, выходите. Минус вторая падаль. Нет! Да, где все? Это рарка почти. Да я тут. Идемте покупать. Не-не-не, дядь. Мы делаем все согласно рубрике, чтобы никто в комментариях не написал. Так не, он слишком дешевый. Покупай кейс. Что за постанова? Так ну он дешевый, 5 голды. Кейс. Кейс, простой кейс. Ладно, пипи. ладно, Рик говорил. Все, давайте, фейбл кейс. Спасибо. Че, ножик лутаешь и... Ну ладно. Не в этот раз. 3-3, я считаю, это честно. О, телеграм на равных, мужики, я вас верю. Давай. Я считаю, у вас слишком чистенькая команда. У вас Вадиман в команде. Ну смотри, у меня в команде 2 бота, и у вас в команде 2 бота. На первом и втором месте. Зачем ты Рика оскорбляешь? Слышь, я вообще-то и тебя назвал ботом. Конечно. Ну что за падаль? Тик-так! Я дурак трупа шатал! Ты ненормальный, ты псих! Ой, бро. Хана, вы даже Вадимана забрали. Идемте покупать эмочку 100-трек. Прикольно! 500 голды! Купил, ребята! Просто поддержите меня вашим лайком. В этот раз не будет, как было под прошлым видео, что все писали, что они купили Care of Affairs. В этот раз я куплю. Все!
Где же бы взять голду? Вы очень часто спрашиваете у меня. Ответ крайне прост. Это булдропчик. Именно на булдропчике, ребята, буквально недавно вышел булпасик, при помощи которого можно получить такой же инвентарь, как у меня, а то и круче. При помощи него можно получить кучу халявных ножей, кучу халявных скинчиков и много-многое другое. А также по моему промику снизу ты получаешь халявную голдишку. Пина, братишка, не теряй время, булдропчик тебя ждет. А мы продолжаем. Давай в следующий раз, если тебя убьют, по диван покупать за тебя скин. Блин, ребята, эта рубрика получается слишком затратной. Прям слишком. И вообще мне эта карта не нравится. Так, мужики, слышите, все идите за мной, поняли? За мной, мужики, на подсосе, поняли? На отсу. Мужики, за мной, за мной, за мной. Ля, они меня не слушают. О, послушал меня, тип идет за мной. Дядь, за мной. Он в контейнер врезался. Блин, кто только смог прокинул? Нет, нет. Минус за диманчик, все, прошка у них. Опа, минус. О, нет. Забрали самого главного. Ну кто это? Опять! Один тип живой, типа. Давай, я принимаю, отлично. Рик, ты вопросик. Ты не мог съемочку подешевле-то выбрать? Полтора костыря. Она не сильно дорогая, 1450, глянь. О, не сильно дорогая. Ты это скажи подписчикам, у которых весь инвентарь. Две голды. Скажи, не, не сильно дорогая. Это очень дорогая. Ладно, она очень дорогая. Ой-ой-ой. Сеньор Помидор умер. Опа. Ну что это? Опять меня замочили. Может быть, не за тебя сыграть? У меня 900 на 2. Пиранья. И знаете что? Мне опять замочили с рарочки. Я бы купил бы рарку, но Рик говорит: Кен, какая рарка, я тебе еще засуну одно место. Потом, ребята, придется раскошелиться. Не благодари, Кентуха. Не благодари. Блин, прикинь, сейчас выпадет ножичек. Какой там ножичек, рарочка моя любимая. Ладно, ребята, я чувствую сейчас, мы будем побеждать. Знаете почему? Потому что у меня есть хаешка. Серьезно? Я иду на бета, да. Ну его нафиг. А если я зарежу с ножа обычного, что будет? Слишком ножа, ты забудь. Это отлично. Origin. Ты свой киргол там запрячь. Ой, ты киргол. Чувак! Ты нормальный? Фу, блин. Это Furious Casey. Ребят, идемте открывать Furious Casey. Ну что, ребята. Благодаря этой падали тик-таку, я открываю Rival Casey. Ножик? 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 Ну, кстати... Это было так больно. Все, ребята, прямо сейчас вот я точно буду побеждать. Вы меня разорили. Вы понимаете, я больше я манал. Я когда снимал с тобой на Мериком, как-то попроще было. Тут позвал эту падаль тик-така. И все. Тик-так, мой любимый. Иди сюда, блядь. На! Голова отлетела. Братва, давайте спина к спине. Блин, ну кто? Опять этот хилюб. Я его уже ненавижу. Он киборг. Он уже играет лучше, чем я. Ну а прямо сейчас я открываю еще один Rival Casey. Все, как вы любите. Блин, да я уже скоро бедным стану. Да Кентук, сейчас залутаешь ножик. Но не в этом ролике. Ой-ой-ой-ой-ой. Я в рот, он стоит 3 голды. Фу, блин. Мне надо просто где-то запрятаться. Давай я сейчас сыграю, чувак. Чувак, ну заходи! Ну давай, сейчас попробуйте сыграть катку и попробую с тобой камбэчность. Ну давай, давай. Ну блин, тогда придется его Димана кикнуть, мне больше он не захочет выходить. Да кейка, кейка его. Фля. О, хорош! Он и подрубил. Команда заполнена, пишет. Так, конечно, найс, найс, Кентуха набрался киборгов, глянь, что творит. Ну, Вадиман, братик, ну можно и получше. Ты себе такого тарку поставил громкую, брат, ну можно и получше-то играть. Понял меня, падаль? Вадиман, если ты меня понял, ничего не делай. Вадиман меня понял. Давай, братан, ты один остался. На, минус один! Кто это? Минус второй! Не может быть, пошел камбэк! Перезарядка! Минус третий! Серьезно? Вот это жесткий! Минус четвертый! Да! Ну блин, у меня в команде! Ну что это такое? Тик-так, может, я. Just deal ace! 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 Все, ребят, пошла белая полоса. Мы сейчас будем резко камбэчить. Я верю в моих тиммейтов. Лига, мой тиммейт не знает, что делать, он тупо бегает слева направо. Смог на миллион. Я делаю смог на миллион, смотри. Сейчас посмотри, в окно попадет в окно или нет? Давай, 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 смотри. Меня фермер научил. Я в окно становлюсь. На! Блин, да кинул! Бошку на смотри! Попал в окно? Братва, толпой! Реально попал, слышишь, видал? Ох, ты как ты засмочил. Ты мне научил, мой любимый джентльменчик. Фермер? Ой. На, минус никто! Легендарный камбэк! Ага! Ну, что ли? Сюда, падаль!
А, патроны закончились. Все, нормально. Манул. Ой, хорошо, да как, 7-6. Хэштег непогано. Ой, ребят, я прям настроение появилось. Бам! Нет! Нет! Идем не покупать! Ребята, Илюша скилл на проводе. Всегда его хотел купить. Ну что, братва, сейчас мы узнаем, кто сильнее, команда Маслят или команда Тик-Така? Или команда. Не понял. Почему Тик-Така? Команда Рика? Команда Тик-Така и Рика. О, просто на первом месте. Я еще даже сдвинулся, не успел, мне уже флажанули. Это я бросил. О нет. Чтобы вы понимали, мы все трое в одном месте. Это ты, да? Отстань, да! Я вслепую! Выходи! Нееет! Зачем? Я летел с ножом. Белла. Ну а мы перемещаемся в каточку номер 2! Ребята, я говорю сразу, если я буду немножко нубить, я просто после зала немножко руки болят. Я сегодня качал сумку там сидел. Знаем, что ты правой рукой делаешь там, а? Слышишь, ты давай-то! Правая ручка побавилась, честно. Ты давай на мне не применяй. У меня и правая, и левая, блин. У меня две одновременно. Ой, блин. У меня выбор USP или USP. Вот это большой выбор. Да там, алло, там гранатки выбрать надо, дорогулька. Братва, я вас прошу. Собрались, не подведите меня. Ну куда? Ну кто это вышел? Сейчас. Да ты что? 2 хп. О, имба. Так тебе надо, Рик, понял? Кен бежит спиной. Ну кто это? Опять travel кейсик. Идемте открывать. И с вами рубрика «Бомж Тик-Так» замочил Кента Бескина. Рик, что вы скажете? Хорошая рубрика. Ой. Ахер, карбон, все, я люблю. Ладно, ребята, мы сейчас собрались. Ща будем тащить. Ребята, разойдитесь, дайте мне киллы. А то все будут писать, что я нуб. Отлично, тебя нету, можно убивать. Нет, чувак! На... Да! Найс! Подлюкич! Один в один играю! Не засерьешь. Ай, у меня мышка заела! Он с рулем играет! У меня мышка! Мышка! От бомбы гифбокс! Тикай! Тикай! Плюс гифбоксик? О! Изи гифбоксик! Не, ну это ничего, это ничего. Это фиаско. О, что? Нормально. Опа, минус трик. Это мы как же поняли? Было. О, все, найс! Легчайше. У нас бот остался. Подожди, а где? Подожди, легчайшее. Еще нужно затащить. Он на BMW играет. Просто дайте я раздефьюз, я ютубер. А ладно, дефьюз ты. Дефьюз ты. Сейчас все взорвётесь. Я сейчас все взорвутся. Блин, капец, она уже загорелась. Я уже испугался, я уже думал фиаско. Нормально, ребят. Опыт не пробьешь, чтобы попасть к Кебели. Так, ребята, прямо сейчас режим киберспортсмена включил. Тип пишет, мама, я в ютубе. Слушай, как он угадал? Ну, до свидания. Ты вообще на приколе, что ли, или куда? Нет! Тик-так, да за что? Ну, ребят, скажем так, начало второй каточки не очень. 1400 голды. Я опять нищий. Тик-так, какая же ты падаль. Сейчас вы узнаете всю мощь короля ВП. На! Ой-ой-ой-ой-ой. Братва, я открыл плент, вылетай. Меня забрали. Так, а кто остался, Рик? А остался самый кибергений, который... Братва, дефьюзься. Который обходит вас в спину. Да не гони. А, серьезно? Да, Рик, ты гонишь? Ну ты Рик! Я вообще случайно под раздачу попал. Рик, вот я тебе хочу сказать. Не играй ты больше с этим Акэрспорт статрейком. Купи себе Акэркарбон статрейк, который стоит 120 голды. Нормальный скин, вот такой. Половина подписчиков с ним играют. Хорошо, подарю. Перед съемками следующих видеоролика подарю обязательно. Аккуратненько, все, больше не сливайся. Больше ни единого слива. Кому по шапке? На, дал по шапочке. А кто в колоннах будет? А? Я, это я. Ой-ой-ой. Так, остался кто, Тик-Так? Нормально, изи каточка. Борода, пушим толпой. Три на одного, Вы что, прикалываетесь? А? Да, я дефьюжу, брат, отойди. И кто у нас тут такой красивенький? Получайте хаешечку, там Тик-Так сидит. Братва, влетаем толпой! Влетаем толпой! Бля, там их трое, блин, меня влетело. Так. А где бомба? Бля, да! Пожалуйста, братан! Нет! Один! Нет! А у меня нет! Нет! Дядь, отстань! А, мы затащили все. Вот и помер дед Максим. Фу, блин, Рик убежал от меня. Не по-мужски. Нет, ну я... я же не покупаю скины, из которых меня бьют, че я... Получайте флешечки, сладенькие мои. На! Хана, моя команда уже сливается, это не нубы. Кто это? На!
2 хп! Блин, без скина! Опять ролл-кейсик! Уважаемые подписчики, обращение к вам. Пожалуйста, купите себе все эпики. И именно эпики, не рарки. Потому что если рарки, придется кейсик открыть. Именно купите все эпики. Блин, опять тип без скина. Еще не ровел кейсик. Минус 400 голды. Я люблю эту игру. Все, брат, играем по брейну. Да ты сдолбал опять я! Ребята, давайте все дружно напишем. Хэштег тик-так пенч, потому что, ну, это просто не по-человечески. Зашел на тиммейты, ты чё? Да, блин, твой тиммейт нуб. Ну чё, ребята, наша команда побеждает. Знаете почему? Потому что мы... Почему? Маслята! Маслята! Вы вроде сливаете пока что. Да кто это так быстро припёрся сюда уже? Ну кто флешку бросил, ничего не видит. А-а-а! Там чел, братва, толпой нападаем на одного, три на одного. Братан, там хп один. Хорошо. А где Рик? А, они уже раздефали. Ты играть будешь или нет? Найс! Так я играю. Забыл. Ой, хорошо-то как, 6-4. Пошла жара по трубам, господа. Уфля. 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 Да ты опять! Чувак, ну блин, фу. Тик-так. Какую ты замечательную карту кинг! Я бы тебя засунул куда? Провернул бы и ногой бы еще запихнул. Дядь, ну что, покупаем еще один. Кто его купил? Опа, покупаем еще один АКР Таркинг. Ну что, тик-так, ты готов давай, помирать? Давай. Где падаль? Апа! И где это мы? Ай, получил шоу! Опа! Опять ты! Авик, ты хак! Блин. Чувак, что, ты готов покупать? Блин, чувак, что мне делать с этим авиком, ты хак? Это же у нас голды нету! Ладно, чувак, давай так. Я тебе сейчас дам задание, если ты его выполнишь, можешь не покупать авик. Согласен? Согласен. Танцуешь танец, говоришь, я Пеппа, и двигаешь булочками. Поехали! Опа, бросаю дым и погнали. Блин, я опять не тот плын побежал. Вы же надоели, фу. Я не знаю, место не летит. Братва, сегодня не мой день, поверьте мне. Я киберспортсмен. Я киберспортсмен, просто сегодня что-то не залетает. О, нет, 2 в 2 остались с моим братиком. Так. О, брат, открывай плен, слышишь? Открыл. А, минус 1. Рик, минус 2. Влетай. Леша. Где? А! Ля, у меня тиммейт не туда побежал. Дядь, это плент. А, что ты делаешь на Б? Ля, у меня все тиммейты побежали на Б. Это просто трындец, это диагноз. Играть будем? Нет, я 5-1 вас строю, вы что, на приколе? Я говорю сразу, я на миду. Минус 1, да! Забыла. Ай, кто флешку бросил, слепой? Отстаньте! Рика взорвала. Еще один, рядом, еще один, сзади. Кто? Битва ботов. Все, все. О, минус Рик. Братва, бросай хаешечку, которая изменит ход игры. Чекайте. Братва, попал по кому-то. Влетаем с двух ног. Ухля. Да, да, да. Это победа. Нет. Не залагало на секунду, Габелла. Сюда! Мы победили. Ну, капец, мы что, смеем. Братва, кто решающий хил-то сделал, а? Ну, все, хаешечка твоя. Рик с 8 килами сидит тут выпендривается. Братва, ну, я говорю, вы на статистику не смотрите. Я не вместил. На статистику не смотрите. Я духом силен! Ну просто не залетело сегодня. Ребят, пожалуйста, прожмите лайкусик. Обязательно подпишитесь на мой канал, на канал ребят. Напишите любой хороший комментарий и напишите кого поза следующего. Ну что же, всем удачки и всем пока! Пока!